В конце апреля в межмуниципальном управлении МВД России Орехово-Зуевское прошла учебная тренировка по отработке действий сотрудников полиции в различных чрезвычайных ситуациях. В учениях принимал участие личный состав МУ МВД и представители ГУ МВД России по Московской области. Основная задача учения – отработка слаженных действий нарядов полиции, привлекаемых для выполнения задач по пресечению массовых беспорядков. Это пригодится для того, чтобы каждый сотрудник знал свое место в функциональных группах при возникновении чрезвычайных обстоятельств криминального характера, при возникновении массовых беспорядков. Учения проходили с использованием спецсредств, средств индивидуальной бронезащиты и активной обороны, состоящих на вооружении МВД России. Общая команда к бою! Внимание, общая команда! За бой! И раз! В завершении учения руководящим составом проанализированы просчеты и ошибки, скорректированы действия при осложнении оперативной обстановки и даны конкретные практические рекомендации. Щит на руку.